Отже, шановні телеглядачі, ми продовжуємо нашу програму. І у нас в гостях вже наші довгоочікувані гості. Це група «Четверо у тамборі». Так, дійсно, ми вже анонсували вас ще у першій годині нашого прямого ефіру. Ну що ж, а я вже персонально представлю. Це сьогодні у нас в гостях Антон Луценко, Артур Островерхов, Віталій Сокру та Ігор Кульчицький. Вітаємо вас, хлопці. Дякуємо за те, що завітали, не дивлячись на хотелицю. За те, що прийшли, так, добрались. Добиралися, я так розумію, гребли, чим тільки могли. Нормально, так? Ну що ж, я дивлюся, знаєш, ми поки вийдемо з ефіру, так люди до нас в ефір приходять нормально, тому що, можливо, вже розчистять дороги, вже можна буде нормально додому дійти. Четверо в таборі, чому така назва? Я розумію, за кількістю, але чому в таборі? Дело в том, что был разговор у меня с одним моим товарищем, который сказал следующее: вы проводники. Мы тогда как раз думали над названием, потому что состав увеличился, стрейт в лодке превратился в четверых, но где эти четверо, было непонятно. Нужна была отсылка к литературе. И одновременно проводник, где в поезде что тамбур, а у Александра Пелевина было стихотворение: в тамбуре курят четверо. Вот. И из нас курит только Артур, поэтому... Тому четверо, да. И четверо, да, курит только один. Як взагалі давно вже існує гурт, скажімо так, в складі вже чотирьох, не три в лоці, а вже чотири? В составі четверих ми з октября этого года, прошлого. А взагалі, скажімо так, гурт хоча б з трансформаціями, але скільки існує вже? С октября позапрошлого года. Ага, тобто вже немалу кількість часу все ж таки. А за цей час де вже вдалося вам виступати, може показувати свої вміння, таланти, свої пісні? Ми проїхали небольшим туром Одеса, Київ і Харків. Вот. В Николаєві виступаємо на площадці Пролетарта. Ну и куда позовут. Угу. Ну и позвали мы сегодня к себе, конечно же, в студию. Я думаю, что стоит уже перейти от разговоров к самому делу, да. Поэтому предоставляем вам слово. Ну, скажем так, после еще композиции поговорим еще. Осень. Ну, как раз. На мете. Да, вот так сейчас. Прямо так. Аттракционы закрывают, трамваи уезжают в депо, но черт с ним, с трамваем. Ты сидишь рядом, такая красивая и живая, воздух и пламя, молоко с кровью, листья падают медленно, желтые где-то совсем рядом, солнцем залиты проспекты. Мы смеемся, мы не по погоде одеты, и от нас далеки катастрофы. Задержи дыхание, сделай тишину. Еще тише, возьми меня за руку, сделай близость еще ближе. В нас что-то общее, живет, крепнет, дышит, и от этого спокойно и совсем не страшно. Оставайся сидеть в кресле после финальных титров, оставайся на перроне, держать слезы, найти силы. Оставайся далекой, милой, но только любимой, потому что это действительно важно. Крутяцкий, да. Я, честно, челюсть чуть-чуть там отдавила мне пятки, пальцы на ногах. Ну, крутяцкий, молодцы, ребят. Вообще, кто тексты пишет? Так, и каким вы надыхаетесь, а вы чем надыхаетесь, властные? Дело в том, что я не умею писать. Это большая проблема, поэтому концепция проекта такая, что мы хотим популяризировать хороших авторов. То есть вот первое стихотворение – это авторство Вани Фефелова. К слову, я считаю, что для литературы не должно быть никаких границ. Неважно, какие отношения у нас с какой страной, вот, допустим, Ваня Фефелов из Москвы. Но это не мешает ему хорошо писать. То есть важно то, чтобы люди не путали литературу и политику. И политику, конечно же, да. Скажем так, как-то сотрудничаете просто, да, и, соответственно, тексты, или просто... Да, то есть я пишу автору, прошу разрешения на использование, и мы согласовываем дальше вот уже по готовому материалу, если что-то надо исправить. Угу. А сколько в арсенале уже у вас таких композиций? Потому что, по сути, песнями назвать это сложно, как бы, да, это больше как бы декламирование под музыку. Речитатив. Или... Что-то речитатив, да, что-то вот такое среднее. Как вообще определяете сами? Дело в том, что был выведен экспериментальным путем и путем обсуждения некий жанр ambient poetry. Ambient как погружение, ну, poetry как поэзия, то есть погружаем в поэзию. Сейчас в составе «Четверо в тамбуре» у нас 10 или 12 композиций, я не помню. Вот. В составе «Троих в лодке» ну еще где-то столько же.
Планується, можливо, якийсь альбом в подальшому? Ну, ми надіємося на те, що ми осілимо, ми зможемо. Записанные композиции уже где-то можно найти, не знаю, в социальных сетях? Да, в социальных сетях. Я слухал вас на волне записах, есть уже. Скинешь. Они записаны на диктофон мобильного телефона, просто чтобы самим помнить, что мы играем. Ну что ж, я предлагаю тогда еще сделать одну паузу, и после этого у меня еще есть вопросы. Хорошо, к следующей композиции нужен эпиграф, написанный автором, собственно, текста, Арсений Молчанов, он же Распегас. Я не Шарли, не ватник и не рептилоид. Зашел в пике наш неспокойный век. Мир в тупике, время дико злое. На аватар поставь, я человек. Не входи ты танками в мой Курдистан. Не бомби ты стелсами, мой Багдад будет вечен. Я буду весел и пьян, и не буду слышать снарядов град. Пожалей мое Косово, пожалей. Обойди стороной Палестину, Ливан, не взорви. Умоляю тебя, не убей. Я сжимаю в руках граненый стакан. Водка горло жжет, веселая ночка. Я с тоской смотрю канал Аль-Джазира. Я сплошная, горячая точка. Я страстно желаю любви и мира. Честно, нету даже вообще слов. У меня ком сразу в горле. Круто, просто подбираете группы, как бы, или ты один подбираешь тексты? Я подбираю, просто ребята пишут музыку иногда раньше. То есть музыка написана, и я уже под музыку выбираю тексты. Или работает это наоборот. Я нахожу хороший текст, согласовываю с автором, скидываю ребятам, ну и дальше рождается музыка. Дуже цікаво. Я б хотів би спитати, власне, ось цей жанр ambient poetry, наскільки він взагалі актуальний, як він сприймається глядачами, чи подобається він глядачам? На самом деле, проблема літератури в большинстві своєму в тому, що человеку сложно воспринимать монотонный текст. Mm-hmm. Музыка, если помните, была притча о том, что нужно засыпать большие камни в кувшин, mm-hmm. потом камни помельче и песок. Mm-hmm. Вот сам текст – это большие камни. Mm-hmm. То есть, а музыка добавляет вот мелкие камушки и песок. Mm-hmm. То есть она заполняет этот кувшин. Мне кажется, это актуально, и сейчас достаточно большое количество поэтов работает в этом жанре. Есть композиторы вроде Сергея Актуша, которые... Угу. Работают конкретно в этом направлении. Смотрите, есть ли на Николаевщине, скажем так, либо вообще по Украине еще вот аналоги вашей группы? Или вы, скажем так, самородки вот единые такие? Честно говоря, я вот подобного не встречал. То есть, да, поэты сами пишут подобные вещи, то есть работают с композиторами. Но вот в таком жанре я, по-моему, никого не видел. Ну от ще скажіть, наскільки я знаю, ну на з моїх особистих якби споглядань, Євген Гришковець, так, він один з найвідоміших таких в цьому жанрі представників. Ви якось у своїй творчості на нього орієнтувалися чи надихалися? Чесне слово, я навіть не знаю, хто це такий. Оскільки ви не знаєте, я смотрю, що у нас якби підбігає час уже к концу, 29-та минута. Я предлагаю все-таки сказати спасибо большое нашим телезрителям, ну і, конечно, вже под музикальний акомпанемент уже попрощатися з ними. Дякую вам за вашу творчість. Полночь тебе запомнится, какой ты ее создашь. Так в чистоту листка впивается карандаш. Так заряжается ружье, опустошается патронаж. Так 10 лиц, поющих сплин, словно отче наш. Выдыхают дым и вдыхают виски. Будто на такелаж. Звездное небо вползает в окно на седьмой этаж. Тянется к водопою. Место теряет голову. Дом обретает речь. Смех, мелодию, песню, стих, пантомиму, скетч. Не пренебречь собою, но городом пренебречь. Ночь стакатит, срывается на картечь. Млечным путем отмечено все. Конечная станция. Ты в
приехала, Бог с тобой. Каждый час я Давид, радость и есть тут я. Он ползет с рукава на кисть, на гитарный лад, отражает слезой в глазах, счастливых за миллиард, рыдающих где-то там, вдали, много миль назад. Яд у ног твоих, и ты, оказавшись над, переступишь его, как если бы и не замечала. Ты войдешь с порога, мол, расцвело уже, становится слышно, как солнце на этаже, так искрит стекло на храмовом витраже, и что уже не придется править на монтаже. Я молча смотрю, как будто бы в мираже, как такое счастье прыгает в неглиже под соседнее одеяло.